Руслан Лопардин работает на заводе «Кузнецов» уже 5 лет. Собирает двигатели для ракет. Жил в селе Кротовка. И каждый день вставал в 4 утра и ехал 1,5 часа на работу, а вечером обратно. Домой часто добирался на последней электричке. Теперь, когда появилась квартира, он признается, никак не может привыкнуть, что до работы ему идти всего 15 минут. Я еще, как можно сказать, да, в шоковом состоянии. Сам еще пока ничего не пойму. Я сегодня первый день заехал как сюда. То есть вот так вот. Стараюсь как-то привыкнуть. Этот арендный дом первый в Самаре. В нем живут только работники завода «Кузнецов». 16 этажей и 154 квартиры. В доме своя прачечная и даже детский сад на первом этаже. Есть отдельное помещение для хранения колясок. Это очень важно для таких семей, как Валиевы. Алексей и Ольга работают на заводе, и посидеть с ребенком часто некому. В гости к новоселам зашел Дмитрий Азаров и в первую очередь познакомился с самым младшим членом семьи. Как хорошо ребенку здесь, смотрите. Чувствуете себя здесь дома? Это очень важно. Раньше у Валиевых не было отдельной квартиры. Старшей дочери уже 13, 2 года назад появилась младшая. Водить их в школу и детский сад и одновременно работать было очень трудно. Возникла острая потребность в собственном жилье недалеко от завода. Арендный дом для них – большое облегчение. Просторная квартира полностью оснащена всем необходимым – мебель, бытовая техника и даже посуда. Новоселы признают – освоились в новой квартире быстро. Вы когда переехали? Спасибо. Ну, мы заехали вчера. Вчера? Да. Только-только? Да, ну у нас как бы, что заезжать, тут было все уже готово. Дом должны были сдать еще 2 года назад, но отложили из-за бюрократических проволочек. Благодаря личному вмешательству главы региона процесс успешно завершился. Дом готов к приему жильцов. Снять в нем квартиру можно на более выгодных условиях, чем на открытом рынке. Предприятие платит за жильца половину арендной платы. В среднем съем двухкомнатной квартиры обходится в 7 тысяч за месяц, а однокомнатной всего 5. Это не последний проект арендного жилья. Скоро такие дома появятся и на других предприятиях. Артем Устинов, Максим Гусев. События.